Князева Вероніка Дмитрівна, лікар-гомеопат, педіатр, дерматолог, учениця професора Джорджа Вітолкаса, лауреата альтернативної Нобелівської премії в галузі гомеопатії. Навчала супровідних фахівців з Індії, Швейцарії, Бельгії. Автор публікацій в науково-популярних виданнях України. Стаж роботи 14 років. Скачко Борис Глібович, лікар-терапевт, фітотерапевт у сьомому поколінні, дієтолог. Автор понад 40 наукових статей, 50 книг та брошур. Написав більше 1000 статей в газетах, журналах. Провів понад 150 відеолекцій в інтернеті. Здравствуйте, Вероника Дмитриевна. Здравствуйте. Здравствуйте, Борис Глебович. Добрый день. И хотел бы напомнить телефон нашей студии 490-11-34. Звоните, не стесняйтесь. Мы ждем ваши телефонные звонки. Первый вопрос, который хотел бы вам задать. Насколько еда действительно влияет на умственное развитие ребенка? Действительно ли то, что сейчас пишут, что это один из ключевых факторов в развитии ребенка, умственных способностях ребенка, это пища? Безусловно, это очень важно, потому что главное, что мы должны знать и помнить, что чем ребенок отличается от взрослого человека, ребенок формируется. Все органы и системы органов у ребенка находятся в стадии развития и заканчивают свое формирование в период полового созревания. То есть до периода полового созревания мы считаем, что это ребенок, и он растет. Соответственно, растет и формируется нервная система, формируется головной мозг. И эти органы должны формироваться из чего-то, из каких-то веществ. Соответственно, что вы ребенку дадите, кроме как из пищи, больше неоткуда взять тех необходимых компонентов, из которых будет расти и развиваться головной мозг и, соответственно, интеллектуальная функция. Борис Иванович. Ну, я бы хотел добавить, что пищу важно не только внести в организм, а ребенок должен ее полноценно переварить, усвоить, она должна переработаться в печени, доставиться с кровью к мозгу, и только после этого мозг начнет на этом работать. Дети в большинстве своем, у них пищеварительная система работает очень плохо. Дискинезия желчного, там какие-то холециститы, гастриты, дисбактериоз кишечника. Не сформировано. Это все детские проблемы. Печень у детей не сформирована, она сформируется у мальчиков, слава богу, после полового созревания. У девочек как была детской, такой по женскому типу, так и остается на всю жизнь. И у деток очень частый такой диагноз, который не считается почему-то диагнозом, как веетосуиса дистония. Когда вегетативная нервная система не может полноценно, управляя сосудистым тонусом, ну, распределять питательные вещества по организму. А мозг, потребитель номер один, все-таки 20% крови потребляет мозг. И здесь, конечно, не так просто, там, скажем, съел ребенок грецкие орехи, и через 2 дня он у нас будет гением. Да, при определенных условиях его мозг будет работать лучше, но эти условия, они не такие простые. Вы знаете, вот... По поводу еды, вот у меня, знаете, ну, немножко не то, чтобы другая точка зрения, а она немного отличается от вашей тем, что, ну, слишком, мне так кажется, мы, знаете, один мой хороший знакомый сказал, демонизируем еду, когда мы говорим о ее негативных факторах. И точно так же мне так кажется, что мы... С моей точки зрения, вы меня поправите, преувеличиваем значение еды. Когда речь идет о взрослом человеке, да, может быть. Когда речь идет о ребенке, к сожалению. Вот, как раз хотелось бы поговорить о ребенке. Грудное молоко. Вот хотелось бы, знаете, что называется, начать с самого начала. Грудное молоко. Вероника Дмитриевна, ваша точка зрения, насколько действительно грудное молоко важно, мы понимаем, но вот насколько грудное молоко для иммунитета мы понимаем, для интеллектуального развития ребенка важно долгое грудное вскармливание, вот скажу так, больше года. С вашей точки зрения. Дискутабельный вопрос. Ваша точка зрения. Я считаю, что в год уже можно прекращать грудное вскармливание. Я не сторонница очень долгой пролонгации грудного вскармливания у детей. Если, ну, разные есть условия, конечно. Развитие ребенка, разные дети есть, разные мамы и разный состав грудного молока. Имеет значение, здорова ли мама. Если на интеллект влияет продолжительность грудного вскармливания? Нет.
Нет, я не думаю, что это принципиально важный момент. Имеет значение, чем питается мама. Если мама здорова, если у мамы качественный рацион, тогда ребенок с молоком будет получать, конечно, больше. А если мама имеет какие-то хронические заболевания и в молоке недостаточно веществ, которые получит ребенок, то, может быть, даже есть смысл ребенка до года докормить, а затем полноценно уже переводить на полноценное питание. Ну, смотрите, первых несколько месяцев жизни грудное молоко – это безальтернативный путь, если, ну, конечно, нет противопоказаний. Но дальше, конечно, его просто не хватает. Да, молоко содержит много полезных веществ, которые легко усваиваются, легко перерабатываются, но ребенок растет, ему нужно строить, ему нужно больше. Поэтому прикормы, докормы, перевод на смешанное вскармливание, потому что есть системы, там сыроеды, они держат по 2-3 года исключительно на грудном молоке, при этом мама питается пищей, которая усваивается далеко не так полноценно, и она не такая разнообразная по, скажем так, по белковому компоненту, а мозг, работа мозга, номер один. Это белок. Белок, конечно. Белки памяти. И жиры. То есть мы читаем книгу, у нас на белках памяти записывается информация. Если эти белки были, если белковое питание ущербное, если оно не сбалансировано, все, на чем записывать? Поэтому же, смотрите, и есть же ну, такие анекдоты, скажем, про женскую память. Почему? Женщинам сложнее на самом деле. У них слабее печень, поэтому у женщины есть девичья память. Потом она переходит в дамские секреты, а потом встречается с мужчиной на стадии старческий маразм. То есть женщина не потому, что она плохая, просто у нее такие особенности, физиология. Она должна выкормить, выносить ребенка, она должна очень много туда отдать. Ей тоже как бы нужно работать немножко в других условиях и жить в других условиях. Но для того, чтобы ребенок полноценно мог, ну скажем так, участвовать в социуме, конечно, тут питание должно быть разнообразным и ни в коем мере не сводиться к одному продукту, даже к материнскому молоку. Вероника Дмитриевна, вот сейчас Борис Глебович сказал, вы подтвердили, что основной акцент для того, чтобы ребенок рос умненьким, это должна быть белковая пища. Я правильно понял? Да. Ребенок должен получать достаточное количество белка плюс жиры, потому что нервная ткань, она и состоит из белка и имеет оболочку из фосфолипидов. Хотелось бы поговорить о белках пока что. Белки. Хотелось бы более подробно услышать вашу точку зрения по поводу того, какие же белки правильные и какие, на каких белках нужно, что называется, делать акцент родителям при составлении меню детского. Я думаю, что это рыба, в первую очередь, морская рыба. Если есть возможность кормить ребенка качественной морской рыбой, то это прекрасно. Это белок, который легко усваивается, плюс йод, который дает, также стимулирует интеллектуальную деятельность. Птица. Если хорошая курица, хорошая утка, это тоже те белки, которые легко усваиваются. Иногда можно использовать кролик. Но это скорее белковое, если говорить о мясе, это должно быть легкое мясо. Нежелательно кормить ребенка свининой, жирными сортами мяса. Лучше отдавать предпочтение более диетическим сортам. И белок должен быть в обед. Я не рекомендую давать детям на завтрак, белковый завтрак, потому что это тяжелый продукт, он требует энергии для, даже для того, чтобы переварить белок и его усвоить. Если вы ребенка, школьника на завтрак накормите белковым продуктом, то ребенок будет спать и переваривать эту котлету, которую вы ему дали. У него не будет энергии на то, чтобы учиться, на то, чтобы усвоить какие-то знания, которые предлагают ему школа. Поэтому первая половина дня это должны быть медленные углеводы, это могут быть каши, это могут быть тосты. Мы обязательно поговорим еще о рационе. Вот хотела бы закрыть вопрос, что называется, употребление мяса и какого мяса. Борис Глебович, мы с вами знаем, что вот то, что сейчас говорит Вероника Дмитриевна, ну это, знаете, такая идеальная картина, когда хорошая индейка, хорошая рыба. Но, к сожалению, я не знаю, может быть, вы подскажете, что действительно сейчас все это есть у нас на полках в магазинах или на рынке. Но, к сожалению, зачастую очень многие продукты питания, они с антибиотиками, они с гормонами. И вот вопрос, который я хочу вам задать, нет ли здесь, знаете, что называется, палки о двух концах? Когда мы говорим о том, что да, белки нужны, но мы прекрасно понимаем, что эти белки не совсем правильные, и такая же нагрузка и на кишечник, и на печень, когда мы даем ту же рыбу, тоже белое мясо.
Ну, смотрите, здесь вопрос в чем? Если действительно технологическое производство, когда и мясо, и птица, и рыба сейчас во многих случаях выращивается искусственно. Есть, конечно, дикоросы, их не так много, но они все еще есть. Вот. Но когда тут уже зависит от способа обработки. Если мы взяли ту же курицу, сделали фарш, приготовили котлетки, мы получили все вместе. И белковые токсины от этой курицы, потому что мы ее используем чаще всего не парную, и те химические вещества, которые использовались, чтобы она росла быстрее и побыстрее оказалась на прилавке. То есть этого делать нельзя, то, что вы сейчас сказали. То же самое процесс жарения. Сам по себе, сама по себе сковородка не самый лучший способ приготовить какое-то мясо или рыбу, или птицу, но все белковые токсины, опять-таки вся химия там. Поэтому лучше отварное, первый бульончик лучше слить. Если есть домашние животные, ну вот лучше дать им, они на такую пищу, ну скажем так, они ее могут усвоить, во всяком случае вот эти навары мясные, они, ну скажем так, животные более к ним приспособлены. Наш организм к этому плохо приспособлен. Ни печень, ни почки очень плохо это все выводит, и появляется куча сопутствующей патологии, начиная с детского возраста. Я, ну, много книг, вот одна из них, вот, последнее, что делать, если у вас печень и почки. Вот здесь, ну, много информации как раз вот на тему о том, как вот сделать жизнь безопасной, но и печень, и почки плохо обработанные продукты не потянут. Будут проблемы и с печенью, будут и с почками, будут и с суставами, и с другими внутренними органами. Поэтому тут как бы подготовка, она важна. То же самое у нас точно так же практически выращивается и растительная пища. И, к сожалению, да, есть мнение, что нужно есть сырые салатики, там куча витаминов. Но нужно вспомнить, что наша пищеварительная система к салатам не готова. У травоядных, у жвачных растительная пища сырая, не перерабатывается полноценно. А термообработка – это еще и номер один – дезинфекция пищи. То есть мы взяли чудесную капусточку, и на сырой капусточке, на листиках, в этих рельефе этих листиков лежат любые микроорганизмы, какие-то паразиты. А у детей иммунная система не самая сильная. Ведь особенно дети до 6 лет. Самый сложный период, когда ребенок максимально интенсивно знакомится со всеми бактериями. И вопрос, чтобы эту интенсивность не переборщить, потому что иначе ребенок становится часто длительно болеющим. Он не способен выработать иммунитет тихо и спокойно, как это делает большинство детей. Ведь дети за первые 6 лет жизни, они знакомятся с несколькими сотнями бактерий и несколькими десятками вирусов. Но ребенок с хорошей иммунной системой знакомится тихо, спокойно. Мы не видим, как он болеет. Ну, изредка где-то заболел. А есть дети, которые из соплей в сопли, из кашля в кашель. Вот. То есть, ну, тут нужно просто смотреть. И термообработка, как бы ни было хорошо, но есть еще один маленький нюанс. Нам об этом в институте говорили. В сырой растительной пище, кроме витаминов, есть и антивитамины. Если посмотрим на географию, то экваториальные области... Там почему едят сырую пищу? Потому что антивитамин не дает разогреть обмен веществ. В итоге человек не перегревается и выживает в этих условиях. В средней полосе нужно больше часть времени согреваться. И вот здесь вот антивитамин мешает согреванию. Поэтому сыроедение, сколько бы нам тут ни рассказывали, знаете, оно здесь долго не приживется без особенностей. Вот я уверен, что... Я почему-то, мне кажется, у Вероники Дмитриевны своя точка зрения, потому что... А по витаминам есть исследование. С другой стороны, вы говорите о том, что салаты, свежие салаты, это плохо. Конечно. Понимаете, перебор конечно. Плохо, вот когда чрезмерно... Вы против свежих салатов? Я за. Панкреатит. Кроме гастрита. Мы поговорим об этом. Половина людей с панкреатитом, начиная с детского возраста. На сюжет и поговорим обязательно о том, как же воспитать отличника. Oh.